Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем про наш любимый садик под номером 33. Вот уж последняя стая, клеем наши дали. Вот уж последняя стая, клеем наши дали. А сейчас мы вспомним, как было весело нам летом. В нашем детском саду сейчас проходит большая стройка, пристрой к детскому саду. Но о этом я вам расскажу чуть позже. Но несмотря на то, что ведется такое большое строительство в нашем детском саду, работа у нас все равно продолжается. Детки также ходят в детский сад, проходят у нас все занятия. Несмотря на все наше строительство, продолжаются и занятия, и прогулки. Наш детский сад функционирует так же, как и до этого. Работа наша продолжается. Мы ни на один день не закрывали детский сад. Работаем с большим удовольствием и ждем, когда же в перспективе у нас будет открыт дополнительный наш корпус. Детский сад не только делали строители, но и мы, дети.
полноценный детский сад со спортивным залом, с огромным бассейном, наверное, самым большим бассейном в Одинцовском районе, в детском саду, с качественной мебелью, с очень высокими потолками, которые добавляют пространство и свободу для детей. Садик уже соответствует всем новым стандартам, которые предъявляет губернатор Московской области Андрей Ильич Воробьев к дошкольным учреждениям и попадает во все нормативы программы «Наше Подмосковье». Мы пришли гулять на новую веранду. Ура! Миновало лето, осень наступила. На полях и в рощах пусто и уныло. Солнышко, птички улетели, стали дни короче. Солнце не видно? Не видно, зимы темны ночи. На территории нашего детского сада имеется большой красивый огород, где детки сами весной высаживают рассаду, сажают разные растения, лук, цветы, капусту, помидоры. И что выращивают в огороде? Давайте мы посмотрим с вами. Это что такое? Морковка. Это что такое, ребятки, посмотрите, пожалуйста. Свекла. Это что, ребята? Перец. Это что, посмотрите? Чеснок. Картошка. Картошка. Это что, ребятки? Лук. Конечно. Капуста. Капуста. Осенью мы собираем большой красивый урожай и угощаем урожаем своих деток. Делаем салаты, готовим им разные винегреты. Ну а в течение всего лета детки ухаживают за этим огородом. Только солнце взойдет, поливаем грядки. Все растет, все цветет, все у нас в порядке. Эй, молодцы, посадили огурцы. Эй, пусть растут, а здесь все растения, здесь все можно увидеть. По осени мы собираем здесь и помидоры, и огурцы, и кабачки, фасоль, горох. В общем, столько здесь культур, что всех их не перечислишь. Вы можете посмотреть. И щавель здесь есть, и салат. Здесь множество всяких-всяких овощей, и которыми мы по осени можем даже и питаться. И, конечно же, дети собирают с таким восторгом, радостью этот урожай. И мы устраиваем праздники урожая. Ребята, наступила осень, и в огороде созрели овощи. Давайте поиграем в овощи. Есть у нас огород, там своя морковь растет. Вот такой ширины, вот такой вышины. Вот такой ширины, вот такой вышины. Ты, морковь, сюда спеши. Ты немножко поплеши, а потом не зевай и в корзинку полезай. Есть у нас огород, там капуста растет. Вот такой ширины, вот такой вышины, вот такой ширины, вот такой вышины. Ты, капустка, поспеши, ты немножко поплеши,
А потом не зевай и в корзинку полезай. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему Одинцовскому телевидению, которое на протяжении многих лет освещает всю работу нашего детского сада. В архиве Одинцовского телевидения очень много материала о нашей территории детского сада, о наших оздоровительных процедурах на прогулке. Материал огромный, большой. На протяжении многих лет мы дружно работаем с нашим телевидением. Нашла в нашем детском саду место и волшебная страна сказок, где можно встретиться с медведем, сказочными гномами, которые перед мельницей вот там у нас стоят, белкой, ученым котом и золотая цепь там. Все как в сказке. И вот домик на курьих ножках. Настоящие курьи ножки. Избушка выполняет роль не только декорации, это веранда для наших деток. Только жаворонок в воздухе звенит. Перед вами цветник «Алые паруса». Дети на этом корабле отправляются у нас в плавание. И вот, как вы видите вдалеке, там у нас сундук стоит. И в этом сундуке у нас хранятся сокровища. Корабль плывет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Одно из самых прекрасных мест, наша гордость нашего детского сада, это хозяйственный двор. Интересное и познавательное место для нас, для наших детей, и даже взрослые приходят сюда. Здесь есть и телега впереди, колодец, снопы стоят. А уж на обитателей нашего двора не могут нарадоваться не только ребята, но и все посетители. Здесь и корова, и поросята, и утята, и гнездо аист свил. Козочка вот пасется на лугу, травку щиплет. Уж наши дети точно знают, как и откуда получается хлеб. Без труда и без заботы не наполнишь медом соты. Без заботы, без труда не совьешь себе гнезда. Даже скромная еда не дает без труда. Перед входом в здание детского сада расположена своеобразная визитная карточка. Это вот наша бабочка, как символ прекрасного будущего наших детей. Яркие цвета этой композиции в сочетании с декоративными держателями вазонов создают радостное настроение у всех посетителей детского сада. Оформление партерной части детского сада встречает и провожает наш детский сад и своих воспитанников и гостей шелковыми газонами, парадными клумбами, своеобразной перголой на основе вот этой вот арки, трубы. Все это зеленое яркое убранство из калейдоскопа бегоний вечно цветущих. Вот вы видите прекрасные клумбы из цветов, где разное множество бегония, пинатера, холанхои, багетис. Перед вами покрытие газонной травой. Это, можно сказать, великий труд. Наш детский сад
продолжает работать по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Но, несмотря на наше строительство, мы продолжаем эту работу до сих пор. Несмотря на то, что сегодня осень, а нас продолжает радовать прекрасные альпийские горки, клумбы, за которыми дети ухаживают до сих пор. Вы смотрите «Детский Экополис». Мы сейчас находимся в новом корпусе детского сада Нового Ивановского, номер 33. Задача у нас была поставлена такая – сделать детский сад максимально соответствующий возрастным, педагогическим, всем требованиям, которые предъявляются к современным требованиям, которые предъявляются сейчас к новым детским садам. Мы решили, что в этом детском саду предоставляется огромная возможность, большая, создать группы в индивидуальном стиле. Каждая группа, чтобы имела свой облик пространственно-образовательной среды. Мы максимально стараемся, чтобы в новых группах детям было интересно, радостно, комфортно и уютно. И главное, чтобы они имели возможность развиваться. Смотрите, детский Экополис. Какое у нас сейчас время года? Осень! Молодцы! Кто мне назовет осенние месяцы? Сентябрь. Давайте Артема послушаем. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Давайте вспомним с вами осенние приметы. Кому мячик крошит, тот называет. Желтеют листья. Улетают птицы. Полина. Мы тепло одеваемся. Сейчас мы будем наводить порядок на новых наших верандах. Ты плачешь, слезы как мячики выкатываются. Где ты их прячешь? У тебя их столько оказывается. И дождик тоже пошел за компанию по зданиям, по улицам. А улица улыбка есть на тот случай, когда уйдет туча. А улица улыбка есть на тот случай, когда наш детский садик под номером 33 прощается с вами.